машины летают. Вот опять эта девочка, опять она без присмотра. Блин. Я стою и охраняю, чтобы она на дорогу не ушла. А кто будет материться, получит пизды. Получай пизды, охуенный. Так, что тут у вас? Что уже спиздили? Ничего, только начинаем пиздить. Ёбаные сурикаты, да? Будулай вернулся. Аджара Гуджу, скажи. Расскажи анекдот какой-нибудь, что ли. Блять, зови вода горячую, молитву. Аджара Гуджу, да. А? Целлофантова лента. Мужик, короче, едет на одном колесе. Прикольно. Турдубай. А ну, Аджара Гуджу, скажи мне. Жиродав по жеребчик. А ну, тут что-нибудь спиздить можно? Что-нибудь стоящее есть? Ну, перчатки сейчас пишу. Что тебе надо? Кто там насрал и не смыл, признавайся, блядь. Застрелю, если узнаю. Не знаешь? Где? Вон там, на втором этаже, где буква К. Не знаю. Не знаешь? 100 рублей дам, если сдашь кого. Можжевеловые вареники, лучок, чесночок, черный хлеб бородинский, краковская моя любимая, и борщец. Можжевеловые вареники, а? Гляньте, матушка роща, как я обожаю вот борщ, вот так с колбасочкой, с лучком, чесночком. Все, слюни текут, не могу. Поехали, типа, точим. Здорово, народ! Всем приятного аппетита и сразу же прям колбасочку, посмотрите. Как она пахнет? А пахнет як? Этот колбасный кусь я посвящаю, в общем, за присутствующих здесь дам. Ой, красота. Вот так берешь. Чесночок в спичечном коробке, солюшка русская крупная и горбушечку вот так вот натираешь. Это полный кайф, просто дикий. Берешь лучок вот так. Лучок хороший, остренький. Да и чесночок мощный. Вот это кайф. Ништяк. Ой, так что, дорогие телезрители, телезрительницы. Всем, кому нравится, welcome. Welcome you. Ой, борщ хороший, хороший.
Прихожу, значит, домой. Залез в ванну. В ванне лег так, что только лицо, короче, наружу. А так все по уши, вода. И звуки приглушенные. Думаю, так мне надоел вот этот вот звук за дверью. Постоянно кто-то скребется. То ли собака, то ли кошка. Ну, короче, услышал четко, как кто-то скребется, как будто по ванне. Резко вскочил. Никого. Слышу, опять кто-то в дверь шкрябает, прям как то ли когтями, то ли чем-то. Выбегаю, в чем мать родила. Ну, думаю, сука, сейчас я тебе дам. Задолбали баловаться. Конечно же, никого. Что за фигня, думаю, как так быстро, раз и нету, ни шагов не слышал, никто не убегал, ничего такого. Обгрыз кастет. На заканчивай, причесочку чуть не испоганил. А что я несу, блин? Говорю, на лестничную площадку сосед вышел. И говорит, блин, ты запарил. Что-то там всю ночь, блин, что-то делал, ходил, шкрябал там. Я говорю, в смысле, всю ночь меня не было. Я у друзей был. А, ну не знаю, говорит, кто-то у тебя там шкрябал. Ё-моё, думаю, капец, уже в хату кто-то залазит. Ну как? Окна все закрыты, двери. Кого знает. Потом вечером иду, смотрю, у меня в окнах свет горит, хотя я не включал. Остановился, смотрю, и за шторами тень так прошла. У меня прям вообще мурашки такие, аж чуть нафиг муравьи не утащили в свой муравейник, такие мурашки. Страх, ужас, просто прям, бля. Думаю, что это за фигня? Может, воры? Какие нафиг воры? Брать-то нечего. Голодранец. Смотрю, а тень опять, короче, показалась в окне. И шторина так открылась. Стоит какой-то человеческий силуэт. С длинными какими-то, то ли руками, то ли как с когтями прям. И стоит на меня, смотрит, а глаза такие страшные, что зрачков нет, белые. Блин, аж страшно стало. Рассказываю, сам боюсь. И оно начало так широко улыбаться. А зубищи такие, ё-моё. А зубище, а глазище, бом-бом. Надо же было таким родиться. Ну я, блин, короче, в хату забегаю. Дверь ключом открываю. Никого. Ё-моё, думаю, ну все. Демон какой-то. Побежал в церковь, батюшку встретил, поговорил. Он говорит, ну да, демон. Попросил там это, чтобы он осветил. Ты, говорит, не ходи. Пока шли по тропинке. Смотрю, опять свет горит. Ё-моё, а там уже несколько теней вот так вот туда-сюда.
Ну все, чуть в обморок не упал. И батюшка, вы тоже видите? Он говорит, да, сынок, это вижу, это демон. Будем выгореть. Ну он пошел. Что-то там свет, короче, включался, выключался. Лучше его не было. Думаю, блин, может, что случилось там уже. Выходит. Аж вспотел. Злой, говорит, демон был. Сильный. Но вроде ушел. Вроде справился. Думаю, ништяк. Ночью спать ложится. Тишина. Где-то часа 3:30. Мне сразу, блядь, шутка в голове вот эта. И ты будешь плакать до 3 часов ночи. Или ты хочешь до 3:30. Слышу, кто-то шуршит рядом с кроватью. Глаза открываю. Прям вот перед лицом. Вот эта вот морда, блин, с глазами, с зубами. И дышит так, что звук есть, а ветра нет. Ё-моё. Просто испугался так, что аж сознание потерял. Ну а дальше все не помню. Приснится же, зараза такая. Че мне все снится, всякая дичь. Фантазер. Сказочник. Большая бомба. Колбаса тоже огонь. А, зато вкусно поели, да? От души, от пуза. Но вам, как всегда, от души, от чистого сердца всего своего, что у меня есть. Желаю вам здоровья, чтобы все у вас было хорошо. И чтобы на первом месте у вас не было бабки, 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 деньги. Все-таки что-то настоящее, вечное. С собой не унесешь все это материальное. Старайтесь делать побольше добра. Не знаю, там уступить, что-то подарить, не знаю, простить, дружить. Что-то вечное. Что-то нечто больше, чем деньги. Самое главное, берегите свое здоровье. За вас. О, до дна. Ну а с вами был Ерес. До новых встреч. Пока.